Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Алексей. В Элм Крике наступил август, ну и вместе с августом сейчас прибежит Мурзик пожрать, где-нибудь сквозь стенку опять вылезет. О, ты откуда взялся? Так, ну и созрели у нас, естественно, новые культуры на полях. Это у нас созрел овес на 32-м поле, на 56-м поле созрела сорга. Вот, и на 70-м созрела канола, насколько я помню. Так, овес, да. Что там дальше? Канола, канола. И сорга, сорга. Что-то я хотел вместо сорга посадить. Блин, дай бог памяти, а. Вот не помню. Что-то хотел. Ну да ладно. На данный момент нам работы пока что хватит. Заряжаем комбайны. Так, один на канолу, другой на овес. Сорга, как говорится, попозже, да? Так, но перед этим, конечно же... Свиноту. Продадим свиноту. Пока не забыл я. Так, 463 тысячи денег. Кстати, надо заглянуть в силосный завод. Будет. Если там в кормушке его поубавилось... Нужно будет тюки вот отсюда уже брать. Я их за кадром переместил. Вот в это хранилище. И посмотреть, созрели ли те тюки. Так, вот они. Так, пока двигатель прогревается, мы сбегаем, посмотрим. Там вряд ли созрели, время 7 часов, сутки еще не прошли. Ну как, месяц. Да, это еще трава, ферментация 95%. Так что ждем. Ждем. Что-то слабо как-то навоз прибавляется. Мне кажется, в 19-й ферме лучше с этим дела обстояли. Или там свиней было немерено. Здесь вроде как тоже немало. По спросу я уже посмотрел. По спросу нифигашеньки нету. Так что ничем мы не торгуем в августе. Все, торопят меня, торопят. Начинай 25-ю ферму. Ребятушки, не торопитесь, все будет. Так. Угу. Интересно, что сейчас рекламируют, когда 25-я ферма вышла?
Platinum Expansion. Это какой фарминг? Это 22-й фарминг. Все, вернулись к рекламе. Данной игры. Предзаказ закончился, да, на 25-ю. Так, 476 тысяч. У меня по списку... Так, шпаргалочка моя. Оборудование для сахарного тростника, обновление автопарка, шланги и насосы, тягачи, оборудование для моркови, комбайны в смысле, и большая сажалка. Вот на большую сажалку стоит обратить внимание, также на оборудование для сахарного тростника. Потому что со свеклой... Ой-ой-ой. Проскочил. Со свеклой у нас... Со свеклой. Почему я свеклой ее называю? Свекла — это совсем другая культура уже здесь. С сахарной свеклой у нас... Напряженка. Быстро ее перерабатывает завод. Да что я радиус... По-моему, здесь колеса медленнее поворачиваются, чем в других играх. Да ладно. Так, со свинотой разобрались. Теперь давайте запускать комбайны. Сразу же. Отгоним, наверное, на поле, куда нужно. О, здесь сорнячки и вылезли, никуда не делись. Но ничего. Так, далее. Этот тягач у нас тоже прицепит такой же прицеп. Отправиться на поле с канолой уже. А, вместо сорга я хотел посеять ячмень. Вспомнил я. Значит, Альцгеймер еще не атаковал меня окончательно. Да-да-да, я говорил, соберу сорга, посею ячмень. Угу. Только в следующем месяце, наверное. В августе же он не сеется. Лерой, травяной король. Дрэн-дэн-дэн-дэн-дэн. Вот этот красавец пойдет канолу убирать. Рапс, то бишь. Проминаются колеса на этой. Я думал, только на тракторах и комбайнах. Нет, вот на этой фиговине тоже шины проминаются немножко.
Так, встречного давайте пропустим, иначе мы не разъедемся. Боты здесь не блещут сообразительностью. Блин, а с другой стороны, вот оно может быть и хорошо, что боты такие туповатые. Недавно читал в новостях, что где-то искусственный интеллект уже какого-то студента призвал умереть поскорее. Тот обратился к нему, чтобы там курсовую или какую-то другую работу он помог написать. По какой-то теме, а у искусственного интеллекта как коротнуло, и он начал там всякую ахинею нести. Типа, ты мусор, ты отбросы вселенной, скорее умри, тудым-сюдым, ну, смех смехом. Но снимали вот эти вот все фильмы про апокалипсис с искусственным разумом. Вот первые предпосылочки и повод задуматься, что не стоит бездумно использовать вот эти вот все вещи. Мне кажется, искусственный интеллект должен быть под контролем компетентных служб, не должен доступен быть каждому. Вот это мое мнение такое. Так. Что у нас тут есть? 12,5 метров и 70-е поле. Есть ли у нас на 70-м поле? Нету у нас на 70-м поле 12,5 метров. Потому что мы тут траву сажали, да, по-моему? И убирали. А что мы убирали? А каким комбайном мы тогда убирали? Здесь 14,5 есть. А, 15,5. 14. Что-то я не это. 71. А, 71. Думаю, два курса, что ли. Да. Придется сочинять. И вот отсюда будем сочинять. Против часовой стрелки, да? Так, дать работу. Дам работу. Да, даду, даду, даду. Даду, даду, даду. И вот так. И вот так. И вот так. Да, 12,5. Одна поворотная полоса. А давайте две сделаем. Да. Углы острые, по часовой, да, по часовой. Направление вручную, 0 градусов, сгенерировать. Вот. Вот такой курс у нас получился. 70-е поле. Двенадцать с половиной метров. О, теперь он есть. Здесь 2 по 12. Но я не помню, чтобы я двумя комбайнами все это дело убирал. Все, поехали. Поехали. И вот этим тоже поехали. Сразу давайте ему выберем курс. Так, он у нас на сколько? На 13,8. Значит, нужно выбрать... какое поле? Забыл я. 32-е поле, 13,5 метров. 32-е поле. Есть такая буква. С начальной точки его запускать.
Так, тут можно жатку бросить здесь. Отделение соломы включено у тебя? Покажись-ка. Ага. Есть такая буква. Все. Попёр-бобёр. Корм лошадиный. Чем займемся мы? А, ну да, этот трактор же здесь и стоит, я забыл. Я забыл. Сейчас переставлю всю эту требуху сразу. Почти полный тюк травы. Ну, так и парковать удобнее гораздо. Не надо прям выравнивать. Так. Ставим на место его. Мне интересно, что там с силосом. Посмотрю, если что, возьму прицеп и загружу чучочки. Кстати, убрал я с Follow Me вот эти вот привязанные клавиши. Теперь триггеры должны регулироваться вправо-влево, вперед-назад и так далее. Нет, не нужно ничего добавлять, нужно просто поронять вот эти вот. Мне, кстати, говорили, рядом можно сваливать. Короче, нужно погрузчик сюда пригнать. Уже какой-то комбайн рассчитывает маршрут на разгрузку. ФПС просил. Так, а что я здесь поехал-то? Да. Так, он сейчас будет долго рассчитывать. Надо перегнать автомобиль на поле, наверное. Они у меня рядом с полем стоят. Иначе будет... Да. Да, вон он. Подождите. Он уже рассчитал? А ну-ка, куда ты... А, нет. Так. А, вот кто рассчитывает у нас маршрут. И... Серьезно? Ты его нашел все-таки? То есть он едет не по урожаю? Ага. Он пытается ехать не по урожаю, вокруг, туда. Ну тогда не будем я... Не буду я вот этот автомобиль с места сдвигать.
То есть не обязательно на поле, а главное, чтобы на участке находился, может быть. Сейчас я посмотрю, как он справится со своей задачей. Тут, по-моему, куда-то он там едет. Нет. Виляет, но едет. Что он будет делать, когда там закончится? Ха. А, по урожаю проехал. Все. Шумахер, ты уволен. Может, он выйдет на дорогу, на дороге подъедет. Потому что дальше-то поворотных полос нет, он еще не выкосил все. Раз он по урожаю не ездит, куда он поедет сейчас? Все, засуетился, засуетился. И... точно. Выезжает на дорогу. Ха! А вот сейчас эту зацепит. Прицеп этот. Нет? Обалдеть. Куда по урожаю поехал? Не, ну... справился, справился. Умница! Умница! Сейчас начнет обратно маршрут рассчитывать. Опять ФПС на минуту просядет, да? Он поворотку закончит. Я, конечно, автомобиль загоню на поле. Я его не загонял, потому что еще поворотной полосы не было. А вот здесь уже, да, автомобиль стоит на другом участке и... и вот так. Поэтому все так произошло, да? Так, вот он начался расчет маршрута. Давай. Угу. Я вас понял. Не убирай, не убирай. Назад, назад. Никак я не привыкну, что у этого хобот длиннючий. О. Попер бобер. Тоже пока не на поворотку, а вот так вот рядышком, допустим, я. Вот так вот как-нибудь встану, чтобы он был вроде как... На поворотку сейчас нельзя, он по поворотке поедет сейчас разворачиваться, комбайн. Так что вот... Все, доехал, пошел. Ну, молодец. Что я могу сказать?
Молодец, возьми с полки огурец. А что делать-то теперь? А, вспомнил. Вспомнил я, что делать. Тюки силоса поскидывать. Кстати, сколько за силос мы получили в прошлом месяце? Это не то. Вот, 47 200. Ну, где-то по 45, по 47 тысяч в месяц вот от биогаза мы получаем. Медленно. Медленно все это дело происходит. Такое количество силоса, блин. Хочется его побыстрее, подороже. Ну, пожалуйста. Ну, камон. Вот так. Во. А тот лежит на ком-то, на чем-то. Ага. Испугался. Нырнул. Так, ладно. С силосом разобрались. Чем теперь будем разбираться? Теперь, наверное, нужно триггер меда освободить. Не буду я, ребят, его никуда переставлять. Мне нравится. Здесь он вписывается в атмосферу. Так что здесь он пока и останется. Это триггер с медом. Но мед мы перепрячем. Все-таки. Поддоны грузы. Так, ждем. Пока еще нарисуется. Куда едет, а? Куда этот прицеп едет? И буксует, стоит еще. Смотри-ка, как его. Так и хочет он куда-то. Жесть. А дальше трактор не дает. Все.
Все. Пляска началась. Поддонская. Все, успокоился. Нет, заднее колесо еще не успокоилось. И трактор двигает, смотрите-ка. Трактор как будто хочет куда-то ехать. Тихо, тихо, тихо. Началось. Все, устаканилось. Да сколько там еще его? Пчелы медленные, наверное, тяжело таскать ящики с медом. Офигеть. Ладно. Пока это. Подождем, пока наберется. Дальше проинспектируем. Че, где у нас? Ага. Давайте вот сюда заедем. Теперь можно. Это сейчас скажет, заблокирован. Крепче за шоферку держись, баран. Так, где ты там закончил-то? Ага, вот здесь на поворотке. Сейчас я тебя самостоятельно отправлю. Сразу же вот это вот безобразие заберем на углу. Девять литров целых. Как бы сказал вождь пролетариата, стрелять. За почву социалистической собственности. Отлично. Попер бобер. Тут работает. Что там с медом? О. Ну, вот этот вот не залезет, конечно. И все. Как раз полный прицепчик. Хорошо. А тот он и не полный. Нефиг его. Пускай там стоит. Пускай там стоит.
Это удивительно, и палеты не танцуют. Обычно же песни и пляски начинаются сразу. Дзынь, шмяк, шмяк, шмяк. Эрис грузить. Так. А стойка здесь, наверное. Сейчас посмотрим по животным. Что там необходимо сделать. Точнее, сначала по производству. Пробежимся. Так, воды хватает. Извести пока нету. Одежа. Ткань еще есть вроде бы. Здесь у нас денежка капает. Овес. Ну, давайте включим. Теперь есть куда работать. Так, тут нормально. Корм свинота. Смотри-ка, нормально. Масло еще есть куда складывать. Тут молоко можно отвезти, в принципе, на завод. Сахар, это все есть. Тут пока нечего. О, кстати, о птичках. У нас овес появился, значит, можно забрать изюм и отвезти эти хлопья делать. Так, торты нужно разгрузить. Так, а торты? У нас там, по-моему, хлебом все занято весь этот. Значит, надо хлеб загрузить, а торты выгрузить туда. Под солнце. Да, по-моему, хлеб я выгружал в прошлом месяце на триггер. Угу. Хлеб стоит. Так. И торты выгрузить. Ого. Ну, хотя бы так. Хотя бы так. Давайте сейчас загрузим, что осталось. Так. И теперь загрузим сюда еще парочку. Ух ты! А ты не парочку загрузил? И как раз место для того осталось, да? Молодчик! А, нет, не осталось. 12 из 12. Загрузить один уже не работает. Ну и ладно. Ну и ладно. Сейчас мы вот это тогда отвезем в наши закрома родины. И рванем за изюмом. Там же... Да, место теперь есть, хорошо.
что палеты с тортами дофига в себя не вмещают, поэтому... Так, поехали за изюмом. Так, а изюм сюда вместится у нас весь? Сколько его там вообще? 9 кубов. 9 поддон. Ну фиг его знает. Так, а вдруг там что-то уже лежит? Ой. Бывает. Сорга, кстати, наши созревшие. А нет, триггер свободный. Подождите, это нет, это масло. Изюм у нас дальше. Здесь триггер свободный. Хорошо. Изюм на поддоны. 10. Окей. Они, в принципе, все должны в прицеп уместиться. Так, сначала сюда загрузим парочку. Во. А теперь сюда. Все, чё ли? Вроде все, виноградный сок, нехай пока болтается тут. О, все. Кривит. Косит. Корёжит. А сейчас отвяжи, он взлетит куда-нибудь и к ткани улетит. Уж лучше так. Туда же изюм? Я уже что-то это... Да, изюм и овес. Все. Не сметь меня обгонять. Сейчас я вас настигну. Вот тогда мы похохочем. Не, не кисло, 90 идет, да? Чувачок. Ну, а, собственно, почему нет? Автомагистраль. Или не автомагистраль. Хотя знаки вон зеленые. Автомагистраль, наверное. Или как? Хайвей в Америке называется. Наконец-то запустим производство хлопьев. Так, а здесь что рекламируют? Farming Simulator Kids. Боже мой. Даже такое бывает уже. Все, монополия началась по ферме. Сколько компаний пытались перепрыгнуть Farming Simulator, так у них нифига и не получилось. Несмотря на все спорные вопросы, которые здесь возникают, которые, допустим, не нравятся мне, другим игрокам, но, несмотря на это, Farming Simulator лидирует. Пока что. Другая игра ничем не привлекла так игроков, как именно Farming Simulator. Обычный.
А с молочки что-нибудь надо забирать? Масло, сыр. Может заберем, раз мы здесь. А чё? Ой. Сори. Здесь что-то есть уже, не? По-моему, там где-то я что-то оставлял. Или мне это приснилось? Скорее всего, приснилось. Тут же вон есть склад для продажи. Да, что-то есть на поддонах. А что-то это сыр. Ха-ха. Что-то это сыр. Ну, давайте остальным еще загрузим. Так. Что мы еще загрузим? Остатки сыра. Выгрузим. Ага, он туда. Вон туда. Масло. Так, и 3 поддона шоколада еще может вместиться. Ну, здесь 2. Пойдет. Все. Забрали продукцию молочного завода. Закрома родины. Свой прицеп не корежит. Хотя, блин, вес чувствуется. Машину кидает прям на поворотах. Поддончики ездят. Что надо сделать? Проскочил, ладно. Задребезжали, бедолаги. На волю хотят взлететь в небеса. Чик-чик, шмяк-шмяк. Все нормально. И теперь овса еще туда отвезти, и будет нам счастье, да? Ух, как. Пока здесь потом запаркую. Как здесь дела? Думаю, не успеет он наполниться. Давайте овес отвезем сразу же на производство. Сколько влезет. Остальное приедет назад. Животными тогда в следующей части позанимаемся.
Каспер. Одни Касперы кругом ходят. Он весь уйдет сюда, скорее всего. Но ушел весь. Ну, зато запас хороший. Все, уключить. Кукурузные хлопья снова производятся. Отлично. Давайте я сразу выйду вот сюда, чтобы там не колесить. Вот так вот. Все, я успел. Я застрял, да? Нет? Смотри-ка. Не застрял. Надо вон туда перегнать. Там проходы как раз. А то он, бедолага, ездит далеко. Сейчас перегоним. Все, езжай. Езжай, куда ты? Ну, смотри, тебе видней. Так, я все-таки два веника тут оставил на повороте. Все, вот тут вот его тормознем. И пускай он здесь тусуется. Ага, разгрузился. Как я успел вовремя? И? Я думал, затупил опять. Развернулся. Все в порядке. Все отлично. Все хорошо. Так, 474 тысячи. Пока ребятки работают. Посмотрим еще на производство. Фабрику хлопьев запустили. Для сахара пока ничего нету. Теплицы нормально. Шерсть. А там была шерсть, нет? Ладно. Шерсть сейчас отвезем, если что. Так, хлеб... Здесь все есть.
Тут винограда пока все равно нету. А, молоко я хотел еще отвезти. Хотел отвезти еще молоко. Молоко отвезем, да будем заканчивать тогда. О, пойдет 20 кубов. Бочка чумазенькая, как и положено, фермерская. Мне сказали, пусть будут чумазами, будет меньше отражений, будет меньше жрать FPS. Типа, грязь на технике — это щадящий режим видеокарты. Ну, не знаю, не знаю. Ой! Заболтался. А я вперед. Все, друзья, увидимся в следующей части, продолжим уборку, будем заниматься животными, по производству вроде все. Здоровья вам и удачи во всем, пока!